Игра на кубок. Сережа, покажи что-нибудь в камеру. Камера у тебя. Тише, ты не такая. Скажи что-нибудь. Бей его! Бей его! Победа за нами! Да, победа за нами. Давайте. Тоже казачок есть, но включаем так здесь, ребята. Ага, надо встретить. Встреть не вижу. А их никто не видит. Надо встретить. Как бы и нет. Илюха, на тебя не похоже, Илюх, ты устал, Илюх, или дома проблемы какие-то, не болеет, Миша, все хорошо. Здорово! Ксюша, отлично! Отлично! А так вообще можно? Как? Ну, от клюшки. Как от клюшки? Встреть, на встреть. Уйди, уйди. Отлично, спасибо. Здорово! Молодцы! Вообще молодцы! А как ты спрашивал, можно? Ну, от клюшки, ну вот когда он ведет, а я подстегиваю, прямо из клюшки уважу, так можно? Вообще, так нужно! Надо встретить, выйди на него, иначе я не вижу мяча. Вот так! Вот так! А я не на встречу. Рисовали. Без хорош. 4-1. Это, конечно, неплохо. Не стыдно мне, вот честно. А что? Раскрылись. По два выходи. Ну да. Сереж, Сереж! О! Илюха, что-то вообще серьезно. Ксюшу не видишь. Играешь сам. Она в хорошем положении была. Два раз. Thank you.
Хорошо, я схожу. А, нет. Здорово! Ой, извини, пожалуйста. Блин. Блин, мог пас дать. Или тебе, Серега, или Ксюша. Пошел бездарно. Нормально. Ты отдавал просто причитать. Они там за воротами уже. Ладно. Домой, домой. Ага, 4-2, да? 4-4. Нормально, нормально. 4-3, да? Ну. Ай, виноват. Виноват. Мне казалось, было тут. Давай через меня, вот вперед. Домой, 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 Лех, не надо так. Еще домой. Да-да. Домой. Хорош! Слушай, это был хорош. Да. Это был он. Давай. Да я, честно говоря, тоже... Я без щитков боюсь падать, понимаешь? Привет на них и все. Давай. Блин, какую глупость. Кинул, блин. Когда, сейчас? Ну, конечно. Ты хорошо кинул? Тебя он кинул. Ай-яй-яй-яй! Ай, здорово, Илюх. Вот, шикарно, шикарно. Ай! Ага, я. Хорошо, молодец, очень правильно, никому. Да, это 5. Это 5. А мы без шахи играем. До 5. Ну помаши ручкой в камеру. Спасибо, парни, спасибо. Спасибо. Сережа.
ладно, колени. Ой, по-моему, мы прямо отлично сыграли, просто. Ксюш, правда, молодцом. Очень шикарно для первого раза, очень круто, правда, очень. Лёх, ну объясни, что за поведение у тебя такое было? Или ты устал? Не-не, ты расскажи при пацанах! Спасибо, Лёх. Слушай, да, реально, офигенно было. Ну вообще, за сезон, за то, что ты есть. Думаете, всё? Последний раз? Да нет, вы чё? Илюха сказал последний, я ему верю. А я больше не приду в это. Нет, а там когда-то минус еще будет в воскресенье. А если я на колени встану? Да, у нас я уже. Это что? Уругвай? Нет. ПМЖ? Нет. Куда? Арабские Эмираты ненадолго. Ну ты же ненадолго? Ты же не на месяц? В апреле. Я думал, апреле.